2013 года на территории Ленинского района успешно функционирует военно-патриотический клуб «Вятичи», созданный полковником Министерства внутренних дел в отставке Дмитрием Дементьевым. Под бессменным руководством подполковника запаса Росгвардии Анатолия Лукина клубу удалось достигнуть высоких результатов. Но сегодня в нем происходит смена поколений. Приходится растить новых солдат. Хорошие, крепкие, здоровые ребята, которые удачно выступали на общероссийских соревнованиях юные спецназы на триатлоне. Они сейчас заканчивают школу, которые в армии служат, а сейчас вот нас воспитывает молодежь. Должен этим заниматься, в конце концов, не только пропагандировать массовую игру в футбол. Футбол тоже хорошо, но нужно еще уметь родину защищать. Ребята со всей России. Более 40 участников съехались в село Остров, чтобы с малых лет учиться защищать родину. Работа проходит по программе «Юный спецназовец». В систему подготовки входят история Отечества, огневая и высотная подготовки, изучение материальной части стрелкового оружия, боевые искусства, армейский рукопашный бой. Здесь, в поле, они в течение недели испытывают себя на прочность, заряжаются боевым духом и узнают, что такое настоящая дружеская поддержка. Здесь тренируется дисциплина, воинская дисциплина, взаимопонимание и товарищество. Несмотря на строгую дисциплину и всю серьезность мероприятия, у участников полевых занятий всегда хорошее настроение. Для каждого из них эта неделя – праздник. Всегда на лице должна быть улыбка и не должно быть злых намерений. Если интересно, значит, занимаешься с весельем. Полевые занятия большой интерес вызывают не только у мальчиков. Конкуренцию им составляют боевые девчата. Самой маленькой 4 года. Это гостья из Луганска на сборы приехала впервые. Здесь девочка в сопровождении мамы, действующей спортсменки. А 12-летняя Алиса Новикова – солдат бывалый. Третий год подряд она учится преодолевать свои страхи. Бывает страшно, да, но мы все это преодолеваем. Мы когда спускаемся с высотки, то... Сначала я спускалась с первого, потом со второго уже. И уже вот с третьего начала. Этажа? Да. Большую поддержку деятельности военно-патриотического клуба «Вятичи», в частности, проведению таких выездных занятий, оказывает администрация сельского поселения «Молоковское», а также Ленинское районное отделение общероссийской некоммерческой организации «Боевое братство». Приобретение спорта инвентаря, там, приобретение, скажем, каких-то других необходимых вещей для занятий. Там. И большое внимание всему этому движению оказывает руководитель нашего района. Это Валерий Николаевич Венцель, который имеет военное образование. Он не понаслышке знает, что такое вот такого рода деятельность и, соответственно, держит руку на пульсе. Военно-патриотическое воспитание молодежи в клубе «Вятичи» проходит круглый год и всегда рады новым участникам. Поэтому у всех детей есть возможность стать частью этой дружной команды. В свои ряды руководства клуба готово принять каждого. Достаточно лишь желания. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский, Видное ТВ.